ламинатор с авторегулировкой скорости и функцией холодного и горячего ламинирования для документов формата А3. Сегодня перед нами ламинатор Fellows Jupiter 2. В комплекте с ним прилагается инструкция и гарантийный талон на 2 года. Устройство выполнено в корпусе из прочного пластика, а по габаритам не превышает 55 см в ширину и 12 в высоту. Весит 6 кг и 700 граммов. Сверху на корпусе расположена панель управления с кнопкой включения и спящего режима. Он включается через 30 минут бездействия. Там же разместилась кнопка обратного хода для извлечения ламинирующего пакета в ходе работы и кнопка для попеременного переключения между горячим и холодным ламинированием. Сзади находится выходной лоток. Перейдем к характеристикам. Это устройство позволяет ламинировать различные документы вплоть до формата А3. Диапазон плотности от 75 до 250 микрометров. Ламинировать можно до 75 листов в день. Время нагрева при этом составляет всего минуту. Максимальное время ламинации достигает 120 см в минуту. За нее отвечают 6 валов. Скорость ламинирования и температура устанавливаются автоматически самим устройством. Вам нужно только включить питание, поместить документ в пленку и вставить в ламинатор. Что в итоге? Этот автоламинатор подойдет для использования даже в больших офисах. У него высокая скорость работы, есть функция реверса, холодного и горячего ламинирования. Скорость и температура при этом подбирается устройством самостоятельно. Можно заламинировать даже документы формата А3. We'll be right back.